Я приветствую здесь самых лучших учеников города Волосово. Поздравляю вас всех с первым учебным днем. Как быстро пролетело лето, как быстро наступило 1 сентября. Сколько радости в ваших глазах, сколько ожиданий впереди от уроков. Как ждем мы всех пятерок, четверок, а как бы не хотелось, чтобы были двойки да тройки. Но надеюсь, что этот год нас будет радовать только отличными оценками. Какое же 1 сентября без белых бантов, свеженьких школьных костюмов, моря цветов и поздравлений? В Волосовской школе номер 2 встретили праздник, сопровождающийся выступлениями и пожеланиями учителей и концертной программой от учащихся. Будет первый звонок, будет первый урок. В этом году за парты сядут 392 ученика, среди которых есть и те, кто будет получать знания, пусть не на родине, но зато под мирным небом. Новый ученик Игорь дает звонок, оповещающий начало учебного года. Мальчик с семьей приехал из Донецкой области, где сейчас встречать День знаний небезопасно для жизни. Когда это видишь по телевизору, и когда ты сталкиваешься непосредственно с ребенком, который испытал ужасы войны, вдвойне понимаешь меру ответственности за то, чтобы сохранить и здоровье, и мир вот в стенах родной школы. Да, они переехали сюда, у них получен статус беженца, и мы надеемся, что им понравится учиться в нашей школе. А понравится в школе может многое. Учреждение заняло 3-е место на областном конкурсе «Школа. Территория здоровья». А сейчас продолжается строительство спортивной площадки, деньги на которые выделило правительство области в размере 8 миллионов рублей. Это будет футбольное поле с искусственной газонной травой, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, ну и трибуны для зрителей. Вот на месте нашего стадиона здесь будет вот огражденный с высоким ограждением, так чтобы обезопасить условия и занятия физкультурой и сохранить для школы на долгие года. Начало учебного года – хороший повод для чествования отличников, самой большой гордости школы. На праздничной линейке отметили успехи всех лучших учеников, а традиционные проводы первоклашек в класс завершили торжественное мероприятие.